Хронометр приветствует вас. Проливные дожди вызвали сильное наводнение в Турции. На провинции Артвин и Ризе на северо-востоке Турецкой республики обрушились продолжительные ливни, за которыми последовали мощнейшие наводнения. Непрекращающиеся ливни вызвали серьезное наводнение в турецкой провинции Ризе, расположенной на северо-востоке страны. Бригады спасателей продолжают экстренно оказывать помощь пострадавшим от природной стихии гражданам. Проливные ливни привели к тому, что из берегов вышли местные реки. Сильно подтоплены сейчас первые этажи многих жилых домов и офисных зданий. Спасатели по-прежнему вызволяют людей, оказавшихся в ловушке вследствие разгула природной стихии. Аналогичная ситуация сложилась также в провинции Артвин. В прямом эфире местного телеканала выступил накануне вечером губернатор Ризе Кемаль Себер. Чиновник проинформировал общественность о том, что меньше чем за сутки на регион обрушилось свыше 110 мм осадков. Турецкая власть убедительно просит местных жителей оставаться спокойными и сохранять бдительность. Кемаль Себер категорически опроверг при этом ранее появившуюся в прессе информацию о том, что наводнение привело к прорыву плотины. ЧП в Турции не обошлось без жертв. Тело 75-летней женщины-спасатели обнаружили в обломках ее дома в Ризе. В этой же провинции были найдены впоследствии еще трое погибших. Они стали жертвами селей, которые практически полностью разрушили деревянный жилой дом. Министр здравоохранения Фахриттин Коджа заявил, что списки без вести пропавших граждан, к сожалению, растут. На место ЧП прибыл сегодня утром руководитель турецкого МВД Сулейман Сойлу. Как заявляет турецкое агентство по управлению стихийными бедствиями, 200 человек были эвакуированы. Жителей затопленных домов спасали на надувных лодках полицейские в гидрокостюмах. В области отключено электричество. Министерство энергетики и природных ресурсов сообщило, что 3045 абонентов остались без электричества из-за наводнения в соседних провинциях Артвин и Ризе. Тем временем Ассоциация поиска и спасения Турции, АКАТ, спасла 18 человек, в том числе 8 детей, которые оказались в ловушке у водопада Менкуна в Архаве. Сегодня 23 июля 2021 года в результате вчерашних экстремальных дождей в районе турецкой провинции Артвин произошло наводнение. Река Архаве вышла из берегов, вода с огромной скоростью устремилась в города и поселки, затопив районный центр и сельские дороги.
Точно такая же ситуация наблюдается сейчас и в районе Фындыклы провинции Ризя. По сообщению турецкого агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, около 200 человек были эвакуированы из-за наводнения в восточном регионе Черноморского побережья Турции. Министр здравоохранения Фахретдин Каджа сообщил, что в Архаве одного из пострадавших удалось вытащить из-под завалов. Его доставили в больницу, и на данный момент его жизни ничего не угрожает. В Турции в данный момент ищут около 200 человек, пропавших без вести после мощного наводнения на северо-востоке страны. Потоки воды были настолько стремительные, что даже трехэтажные здания складывались как карточные домики. В Германии произошло похожее бедствие, продолжительные ливни стали причиной смерти 160 человек, повреждены десятки улиц, жилых домов и мостов. Серьезно пострадал район Архаве, где вышедшие из берегов реки затопили дома и рабочие места и утащили несколько транспортных средств. Несколько граждан оказались в ловушке в зданиях, поскольку входы были заблокированы водой. В районе отключено электричество и интернет. Пострадало от наводнения также здание гидроэлектростанции. Подвалы и цокольные этажи государственной больницы и жандармерии города Архаве также были затоплены. Глава государства заявил согражданам, что государственные структуры оперативно устранят последствия природного бедствия. Эрдоган выразил соболезнования родным и близким 6 граждан, погибших в селевых потоках. В поисково-спасательных операциях в зоне схода селей в провинции Ризе участвуют 2850 человек. Все 426 дорог в зоне бедствия вновь открыты для сообщения. Правительство предпримет все шаги по восстановлению разрушенной инфраструктуры, возместит ущерб, заверил турецкий лидер. В зоне бедствия в провинции Ризе выявлено 665 построек, подлежащих сносу. Жители эвакуированы, реализуются проекты по восстановлению региона, отметил Эрдоган.